Органы местного самоуправления Тувы в 2018 году ожидает активная ротация кадров. Глава республики Шалбан Караол сообщил о планах кадрового обновления муниципального звена на первом в наступающем году аппаратном совещании. С полпредами правительства республики в районах договорились сделать работу по формированию кадрового резерва на муниципальном уровне приоритетным направлением 2018 года. Скамейка запасных должна быть длинной и, самое главное, качественной, заявил он. Ротация кадров должна стать обычным рабочим процессом в органах государственной власти и муниципального управления, позволяющим в повседневном режиме повышать их эффективность, убежден премьер. На этом же совещании Шалбан Караул в качестве аргумента в пользу ротации привел случай, произошедший в Лукемском районе, где в нынешние новогодние каникулы произошли два убийства. Оба преступления были совершены в административном центре района города Шаганар ранее судимыми лицами, которые должны были находиться под особым надзором властей и полиции. Однако, как выяснилось, никаких профилактических мероприятий с бывшими осужденными здесь не проводилось. Более того, по горячим следам не удалось найти никого из чиновников, которые отвечают за предупреждение правонарушений. Они, как выяснилось, вообще провели каникулы вне веренной им территории. Считаю необходимым, чтобы управленческая система прежде всего имела свое воспроизводство, имела возможность всегда обновляться. И в этом отношении принципы кадровой деятельности, которые мы неоднократно с вами обсуждали, они должны быть безукоризненными. И они не должны опираться на прошлые достижения. Очень важно выдавать результат.